это было как на Олимпиаде. Зрелищная церемония открытия чемпионата мира по футболу 2022. Грандиозное шоу отшумело в Катаре. Место действия – стадион Аль-Бейт. По форме он напоминает традиционный бедуинский шатер, полет фантазии архитекторов. Основной акцент церемонии – показать единство всех людей, независимо от цвета кожи, культуры и веры. Билеты были распроданы задолго до открытия, как минимум желающие купить билетик у стадиона таили надежду. Чем удивил Катар, кроме масштаба? Голливудский актер Морган Фриман и паралимпиец Ганим Аль-Муфта. Их послание миру. То, что нас объединяет, гораздо больше того, что нас разъединяет. Все талисманы чемпионатов мира, начиная с дебютного львенка Вилли 1966-го. Россию буквально реабилитировали. В параде участвовал Забивака, маскот чемпионата мира 2018-го. Ждали поп-звезду Шакиру, но она за 4 дня отказалась. Ее место занял корейская суперзвезда Чон Джон Гука. Пусть Шакира теперь кусает локти, увидев такую красоту действий. Фейерверк для фанатов показали еще накануне открытия. И хотя Катар отменил продажу пива у футбольных стадионов, болельщики были в восторге. 22-й чемпионат мира продлится до 18 декабря. В нем принимают участие 32 футбольные команды.